ASIC-майнеры активно наращивают мощности в сети Zcash с начала июня. Так, доля ранее доминирующего Flypool резко снизилась до 29%, а три анонимных адреса добывают более 50% блоков. Об этом сообщает агентство ForkLog со ссылкой на Altpool Pro. Как отмечают представители пула, все три адреса принадлежат компании Bitmain, которая таким образом пытается скрыть полномасштабную централизацию майнинга. Майнеры активно покидают Flypool из-за высокой волатильности, сложности и снижающейся доходности. А такие действия компании Bitmain свидетельствуют о недобросовестной деятельности.